Поддерживайте этого парня. Четыре оригинальных крутых коктейля. Они уже готовятся. Итак, девчонки, плюс к этому у меня четыре пригласительных билета в аквапарк Dreamland для самых активных и ярких. Так что стараемся. Да-да, ладошки не останавливаются. Нигде не увидите. Это правильное приготовление коктейлей. Хе-хе-ше-ше. Ладошки. Все, кто еще внизу, завидуйте. Вы пропускаете грандиозное шоу. Вот так вот. Это называется стриптиз бармена. Так наливает только он, это Гена. Человек ждет ваших эмоций. Крутой биток. Коктейли на подходе, нужен шум. И я предлагаю, давайте прямо сейчас танцевать все вместе, вместе с этим барменом. Просто шевелиться на месте, как минимум. Двигать ногами и помогать ладошками. Dreamland, он ждет вашей активности. Девчонки, мне кажется, он уже заметил, кому идут коктейли.
А я смотрю, кому отдать пригласительные билетики. И сразу после шоу у нас еще и розыгрыш кальянчика. Так что подтягиваемся все, кто еще внизу. Кручу-верчу, запутать кручу, наливаю как надо. Геннадий Никольчик, чемпион Республики Беларусь по флейрингу. Так не крутит больше никто. Не повторяйте это дома, опасно. Так, так, хорошо, все уже распанцевались. Это отлично. Ген, девчонки хотят от тебя коктейли. Да ведь, правда? Он не слышит вас. Хорошо, жаркие танцы. Такое вы не увидите даже в цирке. Пусть и не совсем уместное сравнение, но все же. Да. Эти коктейли должны быть самыми дорогими в мире. После такого-то ваши аплодисменты. Это еще не все. Вы представляете, вот мы все загораем, а этот человек дома творит вот это. Смотрите. Чоу! Повтор. Вот, вот, словил, е! Вот она крутость. Бармен. Кто любит малинку, покраснее, девчонки. Очень крутое шоу от очень крутого бармена. Смотрите. Ловим. Yeah. Вот кто должен готовить борщи, ни капли мимо. Делаем ускорение. Аплодируем. Сейчас будет следующая фишка. Вы готовы? Вы готовы увидеть огонь? Дайте шума, дайте огня. Сейчас будем жечь и сгорать. Поехали. Приглушите нам солнце. Буквально на пару минут. Yeah! Становится очень жарко. Вот оно, вот оно, вот он огонь. Искры. И жара. Бокалы, девчонки. Два шага назад. Сейчас будет еще опасная тема. Он что-то приготовил. Никто даже не может. Yeah! И теперь момент X. Льем. Круто, они все разноцветные, да? Нет, два цвета. Поаплодируйте. Кто повторит? Сейчас! Геннадий Никольчик, эй, дайте шума, дайте аплодисменты. Димэнд, это было круто. Ген, слушай, кому отдадим эти бокалы? Я думаю, вот этим четверым, которые стоят ближе к тебе, они танцевали, двигались. Давай девчонки. Не все, давай. Не все, да? Кому еще? Хорошо. Мы здесь проводим второй выходной подряд и хотим сказать, что нам здесь безумно нравится, потому что помимо того, что здесь куча лежаков и вода, где ты можешь
спортом, проводит различные мастер-классы, можно участвовать в разных конкурсах, выигрывать призы и получать интересные сюрпризы. Поэтому нам здесь очень нравится, и мы приглашаем сюда здесь.